Халло всем! Недавно я узнал о такой игре, как DayZ. Причем я узнал в рекомендованных видео. Знаем, когда на YouTube заходите, видите там рекомендованные видео, блядь. И я смотрю, от какого пользователя обычно добавлено, да? Элигорка. А я помню, что этот пацан фрапсил Майнкрафт. И я просто знаю, какой вкус у майнкрафтеров. То есть уебанский вкус, значит, ничего они не могут такого вот предложить. Поэтому я пропустил. Потом увидел обзор Водомаса. Обзор Водомаса на DayZ. Я решил провести аналитику на эту игру. Потом я посмотрел пару летсплеев. Пару там... Где-то 4 летсплея вот этого Блэка Уфа. Потому что надо же как-то проанализировать эту всю хуйню. Итак, начнем. DayZ — это говно. Это хуйня, в которую также играют майнкрафтеры. Причем все сейчас подсели на DayZ. При этом восхваляю ее, пиаря. Это вот как Майнкрафт разойдется. Майнкрафт тоже было спонтанно создан, знаете, там один раз, по-моему, 2 или 3 чувака, короче, создавало эту хуйню. И DayZ также создал один чувак. Один чувак, только это мод. Он создал мод для Армы 2, и он не думал, что приобретет это такой, короче, резонанс среди этих уёбков. И все начали в нее играть. То есть видите, как спонтанно получилось. Поэтому рейтинги поднялись у Армы 2. Но игра пизда, этот мод, блять, он вообще не доделанный, никакой не оптимизированный. Вы можете в дверной проем, вот вы реально не можете пройти в дверной проем иногда, как вам? Вот вы идете. Оп, застрял. Вид от третьего лица делаете, смотрите, да вроде нет. Вроде не Войнаровский, блядь. Не Войнаровская, вернее, ёпта. Новодворская, блядь. Вроде не жирный, худенький такой вояка. И не может пройти в дверной прямо. Оказывается, это серф шалит. Ну, точнее, эти, блядь, недоделанная хуйня. И люди играют. Это... Первое, ебать вам нервов, придется хуева туча в этих застрявах. Атмосфера сталкера напомнила мне, да, сталкер. Да и всем, кто играл, говорят, что да, типа сталкер. Так что никакую там Америку не открыл. Что в плане геймплея, он уебанческий, такой же, как и сталкер. Вам нужно выжить. Вам нужно выжить, вы бегаете, выживаете. Что мне понравилось в этой игре, это одно. Если ваш персонаж умирает со своим шмотом, то все. Вы перерождаетесь, игра окончена для вас. То есть вам нужно создавать нового перса. Прикиньте, если бы такая хуйня была в Lineage 2. Это пиздец было бы. Это пиздец. Движок вот Arma 2, как я говорю, раз уж это мод для Arma 2, получается, это и Arma 2 будет только про зомби. Управление хуйня. Я недавно играл в Iron Front. Это такая же хуятень, как и Арма и DayZ, бля, я разобрал пулемет, короче, и не мог его собрать. То есть, и уверяю вас, такая же хуйня вас будет ждать в DayZ. Все дает свои последствия, понимаете? Вот, что мне, я и говорю, что мне понравилось, это ваш перс умирает, и вам тупо все заново придется. Поэтому вы постоянно всегда на стороже идете. Чтобы вас никто не спалил, никто не убил. У вас есть 2 вида противников. Это зомби. Ну, там зомби тоже подразделяются. Там прыгуны есть какие-то, ползуны. И просто зомби, которые бегают.
потом расскажу про этих бегающих зомби. Я ж как эксперт по зомби знаю, что... Почему? И второй, это... Вторые враги... Это, естественно, люди. Такие же люди, как и вы. Они зашли чисто случайно на DayZ. И... Создали перса. И, то есть вы воюете там. Пытаетесь выжить. Но у вас нихуя не получится, потому что у DayZ нету будущего. Но если они не сделают только Arma 3 из нее, короче, движок Arma 3 будет. То есть, или сделают вообще отдельную игру, тогда это, конечно, будет жизнь для нее. А так, хуя. Итак, перейдем к бегающим зомби. Это пиздец. Они тоже лагают. То есть, если за вами зомби бежит, он причем бежит, знаете как? Вот зомби, нет, вот вы, вот зомби, да? Вы не можете прицелиться, потому что лагает все это, нервы ебать. У меня и так нервов уже нет из-за этой ебаной доты. Еще и в DayZ ебать на зомби. Пиздец, то есть вы прицелиться, каждый патрон на вес золота, это да, кстати, также можно к плюсам привести, что игры про зомби как раз таки нужны нам такие. Где нет патронов. Жалко, в Resident Evil такой хуйни не было. Вот Raccoon City. Так бы намного пизже было бы. Вот, вам нужно каждый патрон беречь. То есть, а если он вот так вот бежит, как вы вообще в него попадете, ёпта? Очень, очень сложно. И когда он до вас добегает, зомби может стоять в метре от вас, и как-то вас дамажить. Это как? То есть вот вы стоите, он тут. Он вас может кусать отсюда. Тоже лак. Видите, какой лак охуенный. Кусает вас, бьет рукой. Ну вы, конечно, можете его убить, но, блядь, это пиздец. То есть в метре он даже до вас не может добежать. Еще зомби бегают, это вообще неправильно. Это очень неправильно. Дело в том, что зомби это кто? Это умершие люди, да? Это трупы ходячие. Они не должны бегать. Мертвые, у мертвых все атрофируется, знаете, все мышцы, и поэтому они вот в день зомби, помните, 78-го года или какой там Роберт Земекис или кто там, блядь. В общем, какой-то режиссер, вот он охуенно сделал фильм, черно-белый пусть, но, блядь, мега охуенный. Они должны медленно ходить, потому что у них все атрофировано, понимаете? Они не могут бегать, им больно. Ну, не больно, точнее, они не могут, короче, мышцами пошевелить, так как те вот, блядь, с DayZ. Либо на DayZ можно предположить, что это вирус. Понимаете? Вирус, то есть... С вирусом мы знаем 28 недель спустя, эти фильмы 28 дней спустя, еще какие-нибудь трэшовые фильмочки такие. Там везде зомби мега быстрые, иногда быстрее бегают, чем машина едет. То есть под 180 км в час, это что такое бег? Это ж пиздец. Вот такой вот минус, конечно, очень значительный. Они про зомби ничего не сказали. Вирус это или трупы. Хотя, по-моему, я что-то слышал от этого Блэка Уфы. По-моему, там какой-то атомный реактор взорвался на этом, на острове. Вы на острове, короче, все действия происходят на мега-огромном острове. Электрозавод, там вот такие вот горы. Там вот такие вот города, да, нет? Электрозаводск. То есть почему-то не американцы. Там какой-нибудь Лос-Анджелес, такой, блядь, мини-городочек. А почему-то взяли русские имена. Вот. Ну, написано иногда на транслите, знаете? Электрозаводск. Итак, то есть там реактор какой-то взорвался. Но все равно даже с этим случаем есть шанс, что люди будут мертвы и будут бегать. Точнее, да, будут бегать. Они должны медленно ходить. Это наоборот придает больше экстремальности, кстати. Но при этом
должно быть куча зомби. Например, если один зомби, да, будет в пустоши. Конечно, и, блядь, вы его не испугаетесь, вы тупо его обойдете. А когда их десятки, вы прикиньте, по городу идете, там в переулок сворачиваете, там есть тоже большие, ну, города, блядь. Я видел максимум пятиэтажки. Да, высоток я не видел, там 10 этажек, да и вряд ли их ведут, потому что это как-то будет не очень. Ну вот, прикиньте, по переулку идете, сворачиваете, вот там зомби, один вырулил, его убили, там еще один, один выруливает, короче, одного еще вальнули, и там 10 идут на вас. Взад смотрите, там тоже 2, и они все медленно идут. И вам некуда деваться, вы должны как-то, блядь, заебашить этих уёбков, чтобы выжить, понимаете? А в бегающих зомби они вас догоняют. Прикиньте, вот вы попытаетесь от них убежать, они вас догонят. Это очень мерзко. Игра приближена к реальности полностью. Если вас зомби коцает, вы не будете заражены, как это в фильмах, да, вас укусили. О, нет, ты укушен, нет, нужно найти противоядие. И вы бегаете по противоядию. Хотя, возможно, в будущем сделают такую хуйню на какого-нибудь особого зомби, прикиньте, особый зомби. И он, если вашего напарника укусит, там люди, да, они могут объединяться. Если один чувак убьет другого, то он будет мародером, он одежду поменяет, у него будет... Короче, его можно будет убивать, там какая-то карма также начисляется, идет статистика, сколько вы зомби убили. Вот. Так, на чем я остановился? А вот на особых зомби, прикиньте, если вашего напарника там вы по скайпу сидите, о, он меня укусил, а вы этого, вы хотите его шмот, короче, если вы противника убиваете, там можно его тело обыскать, это, конечно, до трусов его нельзя раздеть, но все вот эти вот, все оружие можно забрать, оружие можно, то ли 2 вида, то ли 3 таскать, то есть совсем немного, инвентарь там ограничен, но знаете... В общем, вам тупо и дают инвентарь, блядь, и вы по клеточкам все забиваете. Довольно-таки простая система. И вот так вот, прикиньте, укусили вашего чувака, вот этот зомби, да, и вам нужно искать противоядие. Либо вы можете, ну, либо искать, то есть потеть там, с ним бегать днями, часами, или укокнуть его и все, кикнуть со скайпа, тоже как вариант, и забрать его шмот. А если, конечно же, время истечет, то он станет... То, не, он, то он сдохнет, потому что зомби это полностью поменяет исход игры, если укушенный чувак станет зомби. Просто будет, просто сдохнет. Да, вы мне скажете, там есть по типу такой фигни, если вас зомби вот ударил, то вы истекаете кровью, и вам нужно искать бинты, там как-то закилиться. Но это, блядь, как-то просто. В первый дом заходит, там наверняка... Коты, что ли? Там наверняка будет какой-то провиант, еда, да? Либо к речке подходите, выпиваете еду, там жажда, блядь, вас мучает. Вот. То есть это намного легче. Пиздец. Время, игра идет в реальном времени. Если вы ночью заходите, то вы и будете ночью играть. То есть видите, как охуенно. Как узнать зомби, спросите вы меня. Точнее, как распознать, близко он или нет. Это тоже сделано хуёвенько. Они рычат. Вот вы бежите. Так, стоп, стоп. Я слышал, типа, звук. И где-то, значит, зомби. И где-то, значит, зомби. Вы там обыскиваете все эти переулки, закоулки, чтобы он на вас не напал. Если вы его убиваете, и там в радиусе, ну, там где-то 100 метров, да, зомби могут слететься на этот звук. И будут вас пиздить. Ну, конечно же, они быстро бегают, и вы не успеете оглянуться, как уже там десятки, сотни зомбиков на вас идут. Хуёвенько. Очень хуёвенько. В плане оружия, вы появляетесь с одним пистолетом. У Black Ufa сейчас М-ка, вроде как, М16. Это я только у него видел, сколько я вот видео по DayZ смотрел. Только у Black Ufa я увидел, что у него есть М-ка. То есть это редкое оружие.
Если его убьют, конечно, я думаю, он повесится. Так что, антифены Black Wolf, ищите его, на каком он сервере играет. Кстати, по поводу серверов. Количество постоянно их растет, мол, они обновляются там чуть ли не каждый день. И якобы эти баги исправляют. Но я смотрел первое видео Black Wolf, то есть там вступление. И недавно тоже посмотрел. Вроде нихуя не изменилось. Так же можно и застревать. В общем, я не знаю, над чем они работают. Есть машины. Да, есть там машины. То есть вы... это мега редкая вещь. То есть за машиной охотятся все. Ее нужно заправлять. За ней нужно ухаживать. Мотор может заглохнуть. Еще что-нибудь. Вертолеты тоже есть, но один чувак нашел этот Элигорка вертолет, он, короче, не работал. Там нужно запчасти искать, короче, это гемор. Там нужно играть с компанией. И то я не советую. Не советую играть пока что. Знаете почему? Ну, есть шанс, что DayZ будет отдельной игрой. Я надеюсь, что сделают на движке Arma 3. Сейчас Arma 3 в разработке идет. И, возможно, DayZ будет с такой же графикой. И зомби, я думаю, что-то там, блядь, у зомби что-нибудь переделают, короче. Так как это не дело. Быстрые зомби, ну, блядь, это хуйня. Хуйня. Еще что? Ну, смена дня, да? Смена дня суток, это мы разобрали. Что еще? Прилично домов есть, много домов, в которые можно зайти. В основном это два, да, там двухэтажные дома, трехэтажные, коммуналки всякие хуёвенькие. Какие-нибудь ангарчики, бля, где может там быть оружие валяется, может еще патроны. То есть хуёво, как может снайперская винтовка лежать в... в комнате ребенка, ёпта. В детской комнате, как? Это, для этого должны какие-то там, я думаю, базы сделать. Ну, знаете, военная база, конечно, там будет много людей, очень много, поэтому там будет, так сказать, стрельбище. Вот. Чё ещё? Ну, по-моему, все. Я надеюсь, будут дорабатывать ее. Распространяется на по Стиму. Чтобы играть, вам нужно клиент Армы 2, лицензионный, в первую очередь лицензию, а потом вы уже можете играть в DayZ. DayZ. Ладно, все. Всем пока.